Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Дориди, добро пожаловать в игрушку Stick Wars Legend. Ну что ж, мы продолжаем. Ледяные холмы, вы нашли лагерь элитных предводителей врага. Уничтожьте статую элиты. Давайте попробуем это сделать. Не забудьте поддержать меня лайком и подписаться на мой канал, если еще не подписано. Ну, мы продолжаем. Для начала нам нужны будут рабочие, чтобы добывать руду. Так, я примерно предпочитаю где-то по 7 работников делать. Пока что 5. 7-8 работников будет прям достаточно. Давайте 8, чтобы уже наверняка. 8. Ух ты ж, нифига себе, вот это я понимаю, элита. Офигенно. Офигенно будет. Сложно. А слушайте, они уже идут наступать. Офигеть. Они уже идут в атаку. Это просто какая-то жесть. Я думаю, надо отступить. Отступаем. Так, нужно максимальное количество... мечников, персонажей. Надеюсь, отобьются. Если отобьются, дальше будет проще. Так, давай сделаем это, сделаем это. Так, все, в защиту идут. Выходит в защиту. Они опять нападают, нифига себе. Слушай, ну это будет сложно. Мы тоже, в принципе, довольно-таки неплохо развились. Так, теперь давайте, знаете, кого возьмем? Наверное, лучников. Нам точно нужны лучники. Статую, блин, почти хана. Офигеть. Вот это реально, вот это уже очень сложно. Так, раз, два. Блин, нам еще два надо. Для полного состава. Так, раз, два. И теперь сделаем хотя бы 4 лучников. Да, 4 лучника нам точно нужны. Раз, два. Три. И давайте четвертого. Четвертого нам нужен срочно четвертый. 12 мечников. Это уже очень хорошо. Так. Блин, ну они с самого начала напали. Это было жестко. Это было реально жестко. Так, окей. Я еще хочу гиганта попробовать взять. Так, для начала нам надо 4 копьеносцев. Давайте сделаем 4 копьеносцев. И гиганта сделаем. Так, первый есть. Довольно-таки прикольно уже смотрится копьеносец у нас. Еще двое прибегут. Я считаю, довольно-таки неплохо. Довольно-таки нормально у нас тут все. Хоть я понимаю, мечники крутые, лучники крутые. У них все крутые. Но все же нас уже больше. Теперь я хочу на гиганта накопить. Давай. Я смогу. Я думаю, я сумею. Сколько гигант занимает места? О, 4 деления занимает. Один гигант, как 4 человечка. Примерно. То есть, по сути, мы можем 2 гигантов нанять. Ну, давайте, почему бы и нет. Почему бы нам не нанять 2 гигантов? С золотом у нас довольно-таки все нормально. У них тоже копьеносец. Вот он, первый гигант выходит. Ну-ка, давайте посмотрим на него. Офигеть. Они перестраиваются. Слушай, ну 100%, 100% мы победим. Отлично. Еще одного делаем. Топ. Топ, ну что ж, я думаю, можно уже пойти атаковать. Странно, почему они не нападают? Они будут ли на нас нападать или нет? Я даже подожду, пока еще одного сделают гиганта. Так, вон он, пошел гигант. Ну все, у нас 40 из 40, я думаю, стоит напасть. Так, подождем одного гиганта, пускай впереди будет. Отлично. Все, ребят, let's go. Ну это 100% выигрыш. Смотрите, они сзади идут, они не обгоняют. Единственное, лучники вот какого-то черта обгоняют. А, отступают, прикол, да, они отступают. И зря. Зря отступают. Мы сейчас их вынесем. Ну и где подмога? Мы сейчас просто на изи разнесем их базу. Давайте я отступлю даже, мне интересно. Мы специально отступим. И наступаем, сразу же наступаем. У них тоже один гигант есть. Офигенно. В принципе, они бы просто не успели добежать. Тупо бы не успели добежать. Если бы я не отступил. Ну что, у нас 2 гиганта, нормально. Давайте, ребят, разнесите их в прах и в пух. Сразу я пока что делаю лучников. Лучники крутые чуваки. По сути, самая лучшая тактика этой игры. Как можно быстрее уничтожить статую. И тогда будет круто. Так. Готов.
Отлично. Ух ты ж, блин. Ногой как топает, сразу по нескольким. Давайте, ребят. Уже много лучников у нас скопилось. Я, наверное, всех лучников сделаю. Есть такой вариант, давайте реально всех лучников сделаем. В следующей серии попробуем их, по крайней мере. Так, кого будем развивать? Магом я все равно не играю, давайте все-таки копьеносца. Отлично, вот это я понимаю. Так, намного круто. Пустыня, офигеть. Как думаете, давайте попробуем. Последний рубеж. Финальная битва, все ваши враги объединились и хотят уничтожить вас за захват их земель. Используйте все технологии, полученные за все время войны. Уничтожьте вражескую статую. Так, где вражеская статуя? Ух ты ж, смотрите, какие они мощные. Блин, у меня золотые, у них какие-то огненные. Мне кажется, это самые крутые. У нас даже такого нету. Так, ну что ж, я хочу... Ух ты, смотрите, первый пошел. И он реально наступает? Да ты гонишь. Чувак, да ты гонишь. Так, надо отступить. Отступай. Так, мне нужен лучник. Там будет наступать, нет? Я хочу конкретно лучников сделать. У нас челлендж, чтобы все лучники были. Мы их чисто лучниками разгромим. Мне самому даже интересно будет, как это будет выглядеть. Так, продолжаем. И второй тут же бежит, второй. Ёлки-палки. Отлично, мы легко его одолели. Они реально не дают нам добыть ресурсов. Давай, давай. Я нужно продержаться. Нам нужно максимально продержаться. Все, отступай. Отступаем. Сейчас три лучника у нас будет. Еще один. Так, защищаем. Слушайте, они уже два раза нападают. Смотрите, у нас не так уж много осталось от статуи. Да блин, они не дают нам развиться. Они тупо не дают развиться нам. Так, кто там еще? И еще один пошел. Да чтоб вас всех. Мне три лучника. Отлично, это уже поможет нам. Блин, они все идут и идут. Да что у вас, чтоб вам не сладко жилось. Тоже лучник у них. Слушай, а он сильный у них лучник. Наших больше. Блин, они просто покоя нам не дают. Ладно, окей. Нам самое главное вот начало продержаться, дальше проще будет. Я хочу конкретно всех лучников сделать. У нас будет просто дофига лучников. И мы с вами ими нападем. Все, не стал нападать. Понял, что неподготовлены они. Давайте, нам надо еще два их сделать, чтобы 10 было работников. Остальные будут все лучники. Так, ну что ж, твари, готовы? Сейчас будет очень жарко. А лучник один сколько дает, а сколько отнимает? Один. Один лучник, одно место, так сказать. Ну что, ждем. Там кто-то еще бежит, вот зря. Нет, он готовится, они все готовятся. А они тоже, ребят, подготовились. У них много работников. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь работников у них, да? Раз, два, три. По-моему, восемь. Ух ты, у них маг пошел. Маг, отлично. С магом будет сложно совладать. Неужели они будут нападать? Нет, они пока что готовятся. Вы посмотрите, сколько у меня лучников. Ну разве я не победю? У нас все шансы, ребят. У нас реально все шансы победить. Так, если по 4 считать. 8, 12, 16. Уже 20 лучников, ребят. Уже 20 лучников, а будет еще больше. Они просто от такого... залп стрел не выстоит. Чё солнце? О, начали нападать. Вот зря. Нет, они все-таки побоялись. Хотели нападать, и тут же отступили. Подумали, да ну нафиг, это же просто жесть какая-то.
Будет ли у них, интересно, гигант какой-нибудь наступать или нет? 35, нам осталось 5 всего лишь. 5 лучников и все. Давай же сделаем это. У них 2 мага. Это, в принципе, опасно. Они по площади, по-моему, бьют. Фу, 8, 12, 16, 20, 24, 28 уже будет. Короче, 30-ка будет у нас. 30-ка лучников. А, уже наступают. Смотрите. Смотрите, что мы сделали. Офигеть. От такого залпа стрел они просто не выдерживают. Ну, парочку завалили. Парочку завалили лучников. О, нифига себе, у них гигант пошел. Офигеть, офигеть. Что делает гигант, интересно? Гигант опасен. Нифига себе, нас слишком много, он просто не дошел. Ну что ж, теперь мы будем на вас нападать. И я думаю, они не... Им не поздоровится, в общем. 8, 16, что там, 16, 20, 24, 28, да, 30, ребят, 30 лучников. Ладно, пофиг, давайте, все, побежали. Офигеть, вот это я понимаю, вот это реально очень эпично. Пью-пью-пью-пью-пью, всех просто, всех сейчас порешают. Нифига себе, туда бы какую-нибудь бомбу кинуть, чтобы прям всех подорвать. Да все, им хана. Вообще прям. На изи. Все рушится. О, главный босс. Нифига себе. Офигеть. Вулкан аж проснулся. А, вот он главный босс. Нифига себе. Так нам сейчас кажется хана. Отступаем, отступаем, ребятки. Отступаем. Защита, защита, защита. Это просто какая-то жесть. Это просто какая-то жесть. Так, наступаем. Раз, два, три. На позицию, на позицию. Нифига себе, сразу полегли все. Защита. Давай, 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 ты сможешь. Давайте, давайте, чуваки. Слушай, ну это сложно. Че, победили? А, вот он бежит, главный. Он его взял. А, надо тапать. Тапай, тап, 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 тап. Нифига себе. Эпик, эпик, эпик. Че, победили, реально? Крутяк. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Победили. Нифига себе. Неплохая награда. Сложность обычная. Можно будет потом посложнее поиграть. А, время 52 минуты общее. Ну, круто, круто. Идем в главное меню. Потом с вами в турнир. В турнир мы с вами еще не играли. Так, кампания завершена. Отлично, я так понимаю. Коснитесь, чтобы перейти к любому уровню. А, можно прям в любой уровень начать играть. Слушай, ну неплохо, неплохо, мне понравилось. Если тоже понравилось, ставь лайк, подписывайся на канал, будет больше серий. Всем до скорого, пока-пока.